Знаешь штурмовика? Смотришь его видосы? Ага. Подписан на его канал? Всем привет, с вами Штурм. И что же, у меня срочная новость. Новости две даже, плохая и хорошая. Ну давайте начнем с плохой. Вчера я попробовал через OBS программу, запустил тестовый эфир для того, чтобы OBS, вернее, у него есть такая возможность запустить тестовый эфир. Он выдает просто серую картинку и сам смотрит и выбирает параметр для наилучшей трансляции. Причем трансляцию запустил в закрытом режиме, в эфир она не вышла. Единственное то, что вышла запись потом, которую я буквально там минут через 15 удалил. Так что же произошло? От Ютуба пришло предупреждение, вот такой страйк прилетел о нарушении принцип сообщества. Что там за нарушение было, непонятно, ведь видео была всего лишь навсего серая картинка, которая давалась в эфир около 30 секунд. В это время просто OBS подбирал оптимальные настройки для ведения трансляции. Причем вот здесь, когда приходит предупреждение, должна быть ссылка на обжалование. Но, как видите, ее нету. То есть даже обжаловать я, получается, не могу. То есть написать, что страйк прилетел по ошибке, ничего там такого не было. Соответственно, прямые трансляции отключили на 90 дней. И снято оно будет 23 марта 2018 года. Также пришло письмо, где, в принципе, якобы можно подать апелляцию, заполнив эту форму. Но нажимая, проходя по этой ссылке, никакой апелляции нету. Просто выходит на мою страничку и все. Вот такой казус произошел. Ну что же, давайте теперь о хорошей новости. Мы не будем отчаиваться и как бы сворачиваться на 90 дней и уходить с прямых эфиров. Штурм, конечно, придумал другую вариацию. Я думал, возможно, перейти на трансляции ВКонтакте, Твиче, Швиче или еще где-нибудь. Но я решил уйти на тот же YouTube, но просто мы перейдем на запасной канал. Ссылку на этот канал я оставлю под видео. Тем, кому интересно и кто хочет дальше смотреть стримы, заходим по этой ссылке, регистрируемся на запасной канал, подписываемся, ставим колокольчик, то есть, да, как обычно. И, как говорится, будем дальше стримить на запасном канале. Он называется также «Штурмовик». Подписчиков там пока практически нет. Заодно и посмотрим, сколько у нас истинных подписчиков, которые реально приходят на стримы и смотрят. Ну что же, увидимся на новом канале буквально сегодня. Я уже начну стримить на нем. Пока временно эта ситуация непонятна. Возможно, я в техподдержку написал в общую техподдержку, но шансов мало, потому что, по моему мнению, они даже не будут рассматривать и отвечать на такие письма, потому что это не апелляция, а возможно и рассмотреть, но это займет какое-то определенное время, и явно это произойдет не до Нового года. Так что еще раз повторюсь. На старом канале прямые трансляции вести я не могу, поэтому переходим именно для трансляции на запасной канал. Переходим по ссылочке, подписываемся, ставим колокольчик, и все остальные стримы будут проходить на том канале пока, так скажем, на запасном варианте. Ну что ж, жду вас всех там буквально сегодня уже. Так что до встречи на запасном канале. Всем пока.